это прежде всего, друзья мои, друзья, Новый год – это бутерброды с красной икрой. Значит, как это делается? Берешь горячий, не горячий, нет, теплый батон, отламываешь, не отрезаешь, отламываешь так, горбушечку, и такая образуется легкая впухлость. Берешь масло, оно немножко подтаяло, не твердое. Берешь масло, тоже достойную порцию, и туда во впухлость, так, немножко, так, немножечко. Потом... Иди отсюда! Это мое! Потом берешь икру... На, я другую возьму. Другой бери! И икру туда! И потом берешь и вот этот бутерброд один сам! Хорош! С утра не емши, иди отсюда! Настоящие артисты не всегда возле бухгалтерии трутся. Где деньги, там и они. Денег становится все меньше, а бухгалтерии все больше. Money. 2023 год. Сказать, ребята, даже страшно. Язык не поворачивается, потому что я-то думал, что я не доживу до этого года. Но как-то мы вместе с вами... Перевалили перевал. Но чего ждать от Нового года, хрену знать, я не знаю. Ну, главное, чтобы были здоровы, наверное, вы, ваши близкие, чтобы мы могли друг друга все-таки иногда радовать. Ваш Игорь Христенко, главный.